Вот. Вот так вот, да? Да. Вот так. Траектория полета понятна. А если я вперед троса побегу? Нет. Когда машина поедет, ты почувствуешь, что трос начинает нас тянуть, и тогда начинаем бежать. Да это ж я вижу. Ну, Руслан. Прощайте, девчонки! Не поминайте лихом! Прекрасного полета! Благодарствую! Только не кричи, не визжи, ладно? Руслан такой высокий, я Саша такой маленький. Да-да. Так я ж тебе говорю, я сейчас побегу, он быстрее поднимется, чем я. Ну, походу, да. Так что будешь... Мне еще бежать, бежать и бежать, потом через забор перебегать. Нет, надеюсь, через забор. Мы тоже готовы, поехали. Понеслись! Душа в рай. Побежали. А что, побежали, да? Побежали. Никак, никак, Саня! Саня, никак! Ну, нормально. Что, нормально пошло, да? Да. А что такое пищит у тебя? А это вариометр, он пока так и идем, он скорость набора как бы звуковая и визуальная. А-а-а. Когда там работаешь в потоке, ага. Смотреть ну, смысла нету, и мы как бы по звуку определяем. Боишься, что у тебя машина когда-нибудь поднимется? Нет, нет. Нет? А мы же 150 килограмм где-то тянем. Получается, с силой где-то 150. А порывы ветра против. А там гидравлика отрабатывает, мозг быстрее начинает разматываться. Ага. Лучше тяги. А красивый у нас все-таки? Чего? Красивая Эстония? Конечно. Когда летишь куда-нибудь. Это видишь, мы тут так локально летаем, а так у нас народ по 200 километров бывает летает. Редко, пару раз в сезон мы летаем. Да, ну чё? Да, вот в июне срабло в сторону латвийской границы, там вдоль границы. Юр, добавь тяги. Боится, да? Ну да. Еще тяги, Юр. Но будь готов убавлять, если что. А ты выше облаков поднимаешь? Не, выше никак. Просто облака залетит, но не рекомендуется, потому что самолет какой-то. Давай.
поймал. Да слушай, не говори, сколько мы уже собирались, чтобы полетать? Да давно, блин, с весны, я же... А я вижу, что от надо, от надо, вот и вижу. Нет, ну... Вообще, нет. Да как нету, есть. Ну это вот на этой реке, получается, третий день летаем. А так, 10 дней, вообще, сегодня. А в прошлом году, 2-3 раза в неделю можно было летать, а то и больше. А вчера летал? Вчера, да, в районе Кунда летали. Ага, дождя не было? Назад уже ехали, вот там попался. Ну, у нас силомет такой стеной прошел, блин, ну, мама вот не горю. Где-то около 7, наверное, или около 6 выезжать стали, и около Кивили нас накрыло. Хорошо, лебедку взял эту пленку. Ага. Типичная, знаешь, такая. Накрыли, блин. Я смотрю, вот там идут тоже. Не, это не дожди, это дымка от облаков. Она тебе с двух сторон, что ли, снимается? Да, да, она как 360, она и называется. 360. А ты там какую-то продавал, да? Я GoPro продавал, вот я хотел. Ты ту не продал, короче, а эту купил? Или ту продал? Нет, продал. Долго ты ее продавал? Ну, долго, да. Хотел, ну я же зимой стал продавать, а зимой. Ага. Поймали? Да, не, не поймали. Поймали, не поймали, поймали, не поймали, не поймали. Ура! Слышь, ветер довольно сильный, срывает. Ага. Они узкие. Но у тебя камера звук не пишет? Пишет. А, через звук пишет? Да. А, ну тогда снюхай меня! Вот чего! С днём рождения! Ура! Сбылась мечта идиота! Надо будет посидеть. Но не сегодня. Сегодня и так, блин, туда зовут, сюда зовут, где только не зовут, блин. Что это так? Не знаю. Это тебя так... Да сейчас летели, получается, в среду мы летали, вчера летали и сегодня вот еще. И мы летим? Летим. Поцелуемся? Поцеловаться не надо. Летим, летим. Блин. А с парашютом ты вообще? Да, 5 прыжков. 5 прыжков? А где прыгал? В армии? Да, в армии. Ну, это первый, у меня вообще в армии сейчас. Потом в 8-м, 2-м, потом в Ачком, в Рабле, в 12-м. В этом году, 25 августа, 10-м. Как, на Брабле, что ли? Да. Что-то я не слышал раньше. Шлепнуться. Сколько сейчас стоит жизнь? В Нарве. А в Нарве сейчас не купил у них самолет. А, нету, да? Понимаете? Подумаю, бля. Сколько стоит ехать в Эстонцу в тандем? 300 евро, по-моему, или 280, но это того стоит. Высота 4 километра. Минута свободного падения. Просто минута вы падаете. Просто минуту летишь и ни о чем не думаешь. Меня, пожалуйста, вот туда, в лесок, там, я знаю, грибы есть. Будем грибочки собирать. У тебя кто-то еще приедет? Да, еще двое должны быть. Вот сейчас звонит. А Светка, она сейчас летала без камеры? Да. А что со Светкой? Не живем вместе, да.
месяца теперь запутал. А я тебя о чем? Причем я ее предупреждал, я ей говорил, еще раз запьешь, нахрен, я уйду. Вот что ты думаешь, нас еще? С утра нормально. На обед приехал, нормально. Сегодня потом звонит. Никакая. Держу я их, держу. Ура, победа! А тогда я уже считаю полтора месяца. Ага, себе. Я и не думал, вроде. У меня вообще началось уже с февраля. Вся эта канитель пошла. Еще это. Так оно тут в последнее время опять не переставало нахуй.